Заключенные будут собирать и утилизировать мусор. Инициативу обсудили представители ФСИН совместно с Минприроды. По мнению чиновников, это увеличит занятость осужденных и приблизит общество к экологичной утилизации. Кроме непосредственной переработки, исправительные учреждения могут привлечь к производству оборудования. Для нужд области колонии могли бы производить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Такой вид продукции уже освоили 4 колонии, расположенные в Ангарске и в Иркутске. Во-вторых, осужденные колонии поселений могли бы привлекаться к переборке мусора на полигонах. И в-третьих, мусороперерабатывающие производства могли бы размещаться на свободных производственных площадях исправительных учреждений. Сейчас инициатива на стадии разработки. Реализовать ее планируют в Ангарске, Иркутске, Братске и Вихоревке.